Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юля и Миша. Мы сегодня будем игрушку под названием играть. Инди Брал. Немножко это все в разном, это математически такой тяжелый. Всем привет. Да, смысл проще. Так, сказать, моя единственная коронная фраза, которую мне Миша разрешил. Не, ну тебе много чего. Ладно, мы сейчас далеко уйдем. В общем, игрушка. У нас сейчас часто попадаются игры в стиле вот вытолкни противника с арены. Вот она снова у нас сейчас будет. Сейчас я Мишу вытолкну. Юль, по-моему, ты главный у нас персонаж. Нет, все равно как бы только с мышкой. И только, да, хорошо. По-моему, действительно только с клавиатурой. Да, по поводу управления. У нас все сумбурно так все началось, но мы сейчас восстановимся. Все окей будет. В общем, управление можно на клавиатуру двоих персонажей разместить, но мы будем играть с геймпадов. То есть хотите клавиатуру, хотите геймпады. Погнали. В общем, выбираем персонажей. У каждого персонажа своя стилистика в бою. То есть кто-то ближняя, так, атака, смотри, кто-то дальняя. Я, как сказать, я вот красный. Красный квадрат. Ого, тут есть какой-то. Давай я зайцем попробую. И выбираю Юль место. Я думала, ты уже выбрал, да? Я выбрал персонажа. Какой выбери вот червяк. Да-да-да. Какой-то. Ого. В общем, я играю зайцем. У него ближняя атака, Юля играет бабой какой-то с пушкой огромной. Так. А как нам здесь друг друга вытолкнуть, мне интересно? Скорее всего. Что-то в этой арене. А, прикинь, если тут червяк выпрыгивает и жрет, и нужно в рот ему затолкнуть. Прикинь. Вот это будет вообще, я еще. Ой! Меня съел червяк! Ты видела? Ну, я... смотри, 4-4, то есть ничего не изменилось. Все, я понял, как произошло. Что изменилось? Было 5-5 было, Юль. Ладно. Во-первых, сейчас немножко расскажу, что же произошло здесь. Ну, во-первых, Юлю я вышиб за пределы экрана. То есть, видите, там везде как будто минное поле. Видимо, Юля вылетела и на какую-то мину там нарвалась и взорвалась. Там сзади. Нам нужно выбить за поле. Тихо, уходи с этих линий. Опа. Юлю сейчас червяк сожрал. Как в тот раз меня. О. Черт, это что ты со мной сделал? Так, управление, в принципе, две кнопки атакуют, можно подбирать всякие спешлы. Вот, вниз это блок, ну и ходить. Смотри, какого-то этого зверя вызвал, непонятно, там, модного стилиста. Что тут вообще это? О. У Юли вся дальняя атака есть. Что у тебя вот на Y? Можешь показать? На Y? Супер лазер, понятно. Нет, не всегда. То есть он на самом деле у меня почему-то меняется. Да. Видишь, показываются точки, где этот червяк выскакивает. У меня вот на Y какой-то лазер. Стой, какой-то кубик непонятно. Что он делает, не ясно. Вот я какой-то хлебушек съел, он типа хипы поднимает. Да, я просто хочу сказать, что во всех этих толкалках есть такая фишка, как хипы. Чем больше вам урон нанесли, тем легче вы улетаете с арены. То есть... О, я какую-то ускорялку нашел. То есть я, допустим, или жопу... А когда ты успел? Да что ты этот червяк? Ты долбанный козел, драный, вонючий, соплявый. Бесные эти червяки. О, уходим с этой зоны! Нет! Мне повезло, мне повезло. Меня как бы столкнул. Смотри, какая-то летучая мышь. Погоди, что такое? Че? Ну-ка, стой. Охренеть, опасно. У меня, честно говоря, персонаж вообще хреновый. Ни о чем просто. Что-то я сделала. На. Вот он ничего не умеет. Вот не берите его. Вот, я не знаю. Вот у меня персонаж такой нормальный. Сейчас, да. Наверное, скоро червячок появится. Вот, ты права. Нет, это уже какие-то... А чё я чуть не ушел за экран-то? Ну-ка, иди отсюда. О! Вот здесь все решает червяк. Прикольно, что появляется. Юля просила в какой-то игре, да, какие-то ивенты, что происходило, что было. Здесь, кстати, да. То есть не только друг от друга зависит. Точнее, тут вообще друг от друга не зависит. Почему? Как это зависит? Я тебя в первый раз слышу без экрана. Вот у тебя просто ближняя... Ой, дальняя атака такая. Ну как, вот уж дальняя. Но не дает подойти мне. Вот с моей ногой этой пушистой. Я не знаю, что же делать. Вот у меня сейчас урон, Юля, 75. Ты мне если сильно врежешь, то я улечу очень далеко. Вот, видишь, все, я ничего не смог сделать просто. Все, я снова появляюсь, у меня одна всю жизнь. Куда-то квадрат выкинет. Блин, ты... Слава богу. Слава богу. Я возьму нормальный персонаж. Ладно, счет 1-0. Так, а интересно, почему такое разделение? Какая-то хода... Надеюсь, мне с ним поведет. Поведет. Golden Knight. Поведет. Юля, а возьми вот в третью, пожалуйста. Вот да, как будто как каком-то мир Марио какой-то мне напомнил. Блин, я не знаю, что с этих платформ можно слазить. Так, ну что у меня здесь за персонаж? У меня только...
Че у тебя за хрень вообще, ни о чем. О, эти платформы, они, видишь, перемещаются из одной точки в другую. Очень сложная карта, я могу сказать. Ждать здесь чего угодно стоит. Тут еще мужик какой-то, блядь. Персонажи, я могу сказать, как будто немножко не доделали. Вообще, хочу сказать, что делали игру на гейммейкере, движке. То есть я раньше думал, что на нем путно что-то сделать очень тяжело. Здесь сделали. Реально путная, клевая игра. Все, все, улетел. Я не знаю. Смотри, да, дал да, я да, тебе, да, да, это да, я оставил. Ну, я просто хотел узнать, что будет. Мне кажется, это просто глюк. Мне кажется, да, тоже глюкануло. Ну, да, я тебе нарежу все равно. Что мне на Y? На Y у меня апперкот. А вот гамбургер я так и не знал, как выбирать. Ну, знаешь, что? Также, ну, помнишь, какую-то мы карту воевали, где глаза какие-то? Вот надо будет ее взять. Там она какая-то самая стабильная, да. Там понятная. Мы просто пробовали. Здесь... Блин, ты вылетишь ли отсюда? А у меня урон еще не так много. Вот сейчас уже все, можно это... Вот эта штука помогает вообще отлично. Это насачим, мне прям нравится. Вообще прям вообще. Красавчик. Огонь. Слушай, слушай, слушай. Вали, вали. У тебя, кстати, вот у меня сейчас урона много, если ты мне нанесешь... А что это вот за кубик? Видишь, разбиваешь как это, и там что-то бывает. Какие-то эти. Блин, нет, шью. Я так просто... У, вот эта вот вещь из ниоткуда хотя бы... Оу. Хотя бы какой-то звук, что ли, был. Чё со мной? Чё со мной? Чё со мной? Нет! Юля, беги, Юля, беги! Ого, Юля, я... беги! Интересно, нет, это из-за того, что ты мне большой урон нанес? Да ты можешь сама уйти. Бам! А чё ты отскочила от стенки-то? О, как хорошо. Будыщ. Всё. Ды... Будыщ. Ну всё. Да ну, так всё, всё, есть. А у тебя, кстати, отнялся почему-то какой-то. Ах, я упал. Я упал. Я не вижу просто карт порой. Не совсем удобно. Я в блоке. А, выталкивается из блока. Понятно. Ё-моё, вот видишь, что эти желтые штуки, у меня такое чувство, что их просто немножко не доделали. То есть что-то не хватает. Эй, что-то иди, баба это, какая-то... Моя, это моя была! А чё она стоит? Погоди, она ничего с ней не происходит. Вот я вот из-за этих дуреней падаю постоянно. Кстати, зонтик, он как-то более-менее ну, как медленнее спускается. Да. У тебя есть возможность для маневра. Маневра. Падал просто, чтобы все нормально, короче. Что за хрень? Да вали ты уже отсюда. Блин, вот да. Опа, что такое? Не знаю, что это. Блин, а вот как я до тебя доберусь? Кидай, посмотрим, что. Блин, не попало. Посмотрим, что здесь. Блин. Ну, конечно, посмотрим. Вот так вот. Вот так вот. Все. 2-0. Давай. Ладно, сейчас решаешь... глазную карту выберем. Да, последний, что ли, Ли? Да, давай, последний. Последний. Жмем, давай. Я брал тогда вот носача, мне он понравился. Какой-то самый нормальный. Писька у него торчит какая-то. Не знаю, возьму какую-то. Ну, возьми червяка. Ладно, бери глаза. А, слушай, не-не-не, давай потом последнюю карту еще посмотрим. Ой, что-то мне непонятно, что это такое. Ну, стой, погоди, а можно я один да, раз да, да, ударь. Так, вот удар. Стой, стой, а, стой, это стой. Удар. А вот другой, что у тебя там? Смотри, какую-то ауру призвала. Кактус. Прикольно у тебя персонаж. Вот этот персонаж... Слушай, а мы снизу персонажи, которые брали, они какие-то немножко недоделанные. Заметь, да, кого-то специально подделили. А вот эти персонажи вообще... Блин. Прикольно так. Надо было с этого начинать, можно сказать. Вот все, что там раньше видели, там, ну, так себе. Вот здесь вот все уже окей, наработает так. Что за... У меня сюрикены есть какие-то. Смотри, Юля. На-на-на-на. Нет, нет, на-на-на-на. Нет. Сам... Вот здесь отсюда, ничего не даст тебе улететь лишнее. Никакие персонажи дурацкие, ничего тебе не даст. Глаза. Во! Нет. Глаз, кстати, следит за нами. Воу-воу-воу! Воу-воу-воу! Все. Все, да, есть. Да, улетел. Вышла черепаха. Ой, есть это дракон. Не могу. На. Могу поднять ногу. Да не, просто это отковать не мог. На, вот давай носач. Блин, почему не носач? Носач мне все время помогает. На. Нет. Мы носачи должны держаться. Держаться. За свои носы. Щит на бьюти. Да отстань, надо вот, как сказать. Воу. О. Всё. Короче, чем ближе к краю... Не-не, ты просто мне набила сильно, Юль, рожа. Но к краю держаться вообще в любом смысле не надо. Это ж край. Все, оба. 2-2. 2-2. Готовься, мать твою. Это ты готовься. Я вышибу все дерьмо сюда. Дерьмо, все вышибу. Дерьмо, дерьмо. Чёрт. Ну, что за хрень? На, боулинг. На, особо не помог. У тебя вообще какая-то полукровка, полудракон, полу...
эльфийка какая-то. А, не, у тебя вообще ихтиандр. Да иди. 1-0. Ну нормально. Ну все, Юля, всё. Сегодня Юля точно выиграла. Но давай посмотрим еще. Я хочу червячка взять. Бери из верхних, Юль. Вот бери последнего, каким-то зеленым волосом. Че ты мне диктуешь? И бери вот, да, вот эту карту. Просто хочу посмотреть. Так, что у нас здесь вообще? Ой. Ну реально как червяк. Смотри, карта медленно вверх поднимается. Прикольно. Что-то у меня какой-то непонятный. Ого. Ого. Я сдох, прикинь. Я просто гарпуном вверх выстрелил, и меня вышвырнуло. Что-то как-то у меня странный какой-то. Огнеметик у меня. У меня нравится, но червяк меня устраивает. Не, какой-то я не просекла фишку тут. Че, у тебя атакуют, кидает кучу этих. У тебя да, только попасть в тебя как-то. Так ты встань напротив меня и попадешь. Нифига ты ничего не попадешь. То есть, если зажимаешь огнемет, если... А, у меня постоянно меняется оружие. То огнемет, то какие-то дробовик, то базука. Да, карта движется всё. Еще как бы. Да ты что? Только сейчас. Да, я только сейчас заметила. Вот червяк клевый. У него гарпун есть, смотри. Опа. А у тебя, ну так, я нормально. Буду сверху. Так. Карта, кстати, вот эту послала. Ты что, сдохла два раза подряд? Нет. Еще сейчас сдохнешь. Ну давай, может, я здесь выиграю как раз. Что это за штука? Бомбочка какая-то. Ну-ка, стой. Ну-ка, стой. Это тебе повезло просто. Я потому что не знаю, что. А, это твои кубидроиды. Что он делает вообще? Ну, каждому персонажу, мне кажется, нужна какая-то большая привычка. Грубо говоря, я вот отсюда уже. О, я выбрался. Сейчас. Я буду от тебя убегать. Да и бесполезно. Червяк, вот он какой-то не совсем по балансу, он прям вообще жестко жарит так. Да ну, вообще. О, я банану-бомбу вызвал, смотри. Стой. Блин, прикольно, реально червячки. Не, что-то прям вот это с этим у нас дружбы не вышло. Персонажем, да. Ну ладно. Хоть бы ты помер, что. Да я уж помер, Юль, несколько раз что-то. Так, всего два раза. Вызывай банану-бомбу, мне она нужна срочно. Давайте. Тут есть... Ну давай. Сду. Ускорение, у тебя ускорение есть. Я поняла, но... Мне в принципе один раз... Я в этот момент ничего не могу сделать. Мне просто карта не совсем удобна здесь. Перемещаться постоянно надо. Ого, у меня тут вообще... Это было крутое завершение. Но это мы не будем считать, я просто хотел тестово посмотреть. Ладно, Юля выиграла, игрушка Инди Брау, да, по-моему? Да. Все, обязательно брать себе домой ее. Вот, прикольная штука. Веселая. Можно карты, поиграть. Да, ну, достаточно, персонаж тоже можно. Надо думаю, еще прибавиться. Там. Всяких найти. В общем, всем пока. Да, и не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан, и ставьте лайки. Снюхаемся. Всем пока. Всем да. Пока.